Привет! Сегодня мы расскажем, как легко и быстро приготовить пиццу-звездочку. Вливаем в миску 200 мл молока, всыпаем 10 граммов сухих дрожжей, вливаем 30 мл растительного масла, всыпаем 400 граммов муки, солим и размешиваем венчиком. Продолжаем хорошо вымешивать тесто руками. Скатываем тесто в шар и оставляем подниматься на 30 минут. Ставим сотейник на плиту, вливаем 50 мл оливкового масла, отправляем туда несколько веточек тимьяна. 200 граммов томатов режем мелким кубиком и отправляем в сотейник. Размешиваем, солим и перчим. Убираем сотейник с плиты и нарезаем 100 граммов болгарского перца. С кочана кукурузы срезаем зерна. 50 граммов шампиньонов режем слайсами. 40 граммов черных оливок без косточек нарезаем колечками. 150 граммов твердого сыра натираем на терке. Стол присыпаем мукой и придаем шару форму круга. Основу для пиццы, не доходя до центра, нарезаем с помощью ножа. Смазываем тесто томатным соусом и посыпаем натертым сыром. Выкладываем на каждой части основы начинку из овощей. Закрываем края, чтобы основа стала в форме звезды. Противень в духовой шкаф на 10 минут. Используем нижние и верхние тены при температуре 200 градусов. Украшаем пиццу базиликом. Приятного аппетита!